Ксения Игоревна привезла меня в магазин. Говорит, давай душ купим. Ну, давай. Ценник 264 480. Вот просто за вот эту херобору. Здравствуйте, друзья. Сегодня поговорим о хероборах. То есть о душевых системах и почему они так дорого стоят. И чтобы вы понимали, она не из золота. Да, действительно, они делаются не из золота. Душевые системы бренда Axer изготавливаются из латуни. А латунь, как известно, в 20 раз дороже, чем сталь, из которой изготавливаются дешевые корейские автомобили. Поэтому, если пересчитать на удельный вес, то их стоимость очень похожа. Но это если совсем упростить. Но мы упрощать не будем. Дело в том, что детали для душевых систем отливаются из латуни. Это достаточно энергоемкий процесс, который требует повышенного внимания специалистов. Далее детали обрабатываются на высокоточных станках. Ну и в конце некоторые детали полируются вручную. Таким образом достигается буквально-таки филигранная точность исполнения этих деталей. Вообще во многом производство душевых систем сопоставимо по точности и технологичности с производством швейцарских часов. Ну или немецких часов. Кстати, самая известная немецкая мануфактура Jungens находится всего лишь в 10 километрах от завода, где производятся душевые системы Axer. Ну, такая штучка стоит 612 470. Ну, как бы Kia Rio, да? Следующий важнейший этап – это покрытие душевых систем. Оно может быть хромированным. Это делается с помощью процесса гальваники. При этом хром не наносится напрямую на латунь. Сначала наносится никель, а потом уже хром. То есть этот процесс делается в два этапа. Ну и, конечно, большое значение имеет толщина этих слоев. Это напрямую влияет на долговечность. Ну и, конечно, она никаким образом не сравнится с обычной покраской корейского автомобиля. Ну и, конечно, нужно учитывать, что и никель, и хром – это тоже очень дорогие материалы. А здесь вообще прикол, прям конкретный прикол. У них закончились цифры, они написали от руки. 1 154 940. Просто вот такая установка, просто. Это не платина. На разработку кнопок Select ушло несколько лет работы исследовательского центра компании Hansgrohe в Шильтахе. И сейчас мы видим абсолютно совершенный механизм, который работает просто безупречно. Ну и, конечно, с работой некоторых механизмов автомобилей абсолютно точно невозможно сравнить. Этот механизм рассчитан на минимум 40 тысяч нажиманий. Но этого хватит на несколько, может быть, даже десятков лет. Все зависит от частоты использования, ну и, конечно, количества членов вашей семьи. Стоит также обратить внимание на силиконовые форсунки, которые находятся в верхнем душе и в ручном душе. Это самый качественный материал, который можно только придумать. Он не изнашивается и, с другой стороны, позволяет вам легко ухаживать за вашими душевыми лейками. Вы можете всего лишь провести рукой по форсункам, и весь известковый налет слетает и промывается водой. Ну и, конечно, их количество тоже поражает. В верхнем душе расположено более 250 таких форсунок, и они микроскопического размера. Ну и, конечно, производство таких исключительно мелких деталей с такой точностью требует определенных производственных процессов. Особое удобство пользования дают стеклянные полочки, которыми оснащены эти душевые системы. В данном случае молочное белое стекло, ну а здесь зеркало. Друзья, это зеркало будет находиться постоянно под воздействием влаги. При этом амальгама не отслоится. Ну и, кстати, что касается амальгамы, для ее изготовления используется серебро, стоимость которого на мировых биржах составляет более 600 тысяч долларов за тонну. То есть это реально дорого. Без установки. Полмульта. Hyundai Solaris. Все детали, помимо того, что филигранно выполнены, идеально подогнаны друг к другу, что дает непередаваемый опыт от использования этого предмета. И действительно, это можно сравнить с автомобилем, но только с хорошим и дорогим немецким автомобилем, потому что перед вами немецкий продукт. И именно только на этот немецкий продукт вы получите гарантию аж 5 лет. Ни на один автомобиль такой гарантии нет. Поэтому не нужно сравнивать свою жизнь с подержанными иномарками и рассуждать о том, что сколько стоит, имея на руке часы, которые стоят примерно столько же, сколько эта душевая система. Спасибо за внимание.